Всем привет! С вами снова Дукит, канал World of Games. Всем привет моим подписчикам, тем, кто не подписан. А сегодня я решил снять видео. Кстати, давно мы не делали это. Ну вот, наконец-то с меня и не взошло на меня, как сказать, свыше. И я вот тут вот решил записать видео. Так, видео у нас будет с вами довольно своеобразное. Касается она у нас LD-плеера, а именно это эмулятор Google Play, то есть мы можем перенести его на наш ПК. Скачать вы сможете с интернета, вот, то есть забьете, посмотрите, найдете, скачаете, кому интересно. Это не реклама, это больше, наверное, обзорное видео, так как связана она с определенной программой, называется она Yakut, извиняюсь, я уже до этого снимал видео по данной программе. И вот, данная программа, она только на Android, то есть это монтаж, обрезка, видео добавлять, то есть для монтажа видео она очень удобная, поэтому вот я пользуюсь ей. Итак, я столкнулся с такой проблемой, что, ну, вернее, и почитал, что некоторые не могут разобраться, как это работает. То есть, по сути, при, как мы его скачали, вот он, наш LD Player 4, мы заходим в него. Так, где он у нас? Вот. У нас вот такая вот тематика будет. Да переходи ты, куда это я не туда зашел. Эй, выходи. Так, опять не туда. Так, изначально... Сейчас мы, ребят, выйдем. Да, перезапустить. Так, вот он. Изначально вот у нас этот LD Player. Тут рекламка будет. Единственное, меня раздражает, что эта рекламка, она везде просто. Вот, вот, ребят, вот она наша, получается, открывается. И вот тут вы можете найти игры и, ну, все такое для... Ну, которые есть, короче, в Player Market. У меня, как я и говорил... Сейчас, минутку. Так, забыл, как это называется. Вот она. Короче, была такая проблемка, что вот именно вот эта программа, то есть мы ее скачали. Как здесь, то есть сделать и нам это видео вынести, допустим, в папку для, ну, то есть в папку для компьютера, поняли? В данном случае это эмулятор, то есть это программа, которая запускается со своими системными настройками, то есть своей папкой, и как нам из нее перенести на ПК. Вот. Смотрите, вот, допустим, я смонтировал видео, вот оно у нас есть, оно у нас смонтировано, то есть вот, как его перенести? Смотрите, мы здесь вниз, вот она у нас есть больше функций, где нажимаем, и вот тут вот у нас, ребят, справа есть папочка, мы нажимаем ее и перенести файлы между ПК и Android. Нажимаем ее, и вот видите, у нас то, что сохранилось в этом эмуляторе, мы автоматически, то есть, переносим на компьютер. Ну, там папочка у нас. Как нам понять, где эта папка? Ну, тут проще, смотрите, ребят, опять же, для тех, кто, ну, не знает, да, или не понимает. То есть, не в обиду, как бы я поначалу тоже, ну, не совсем разбирался. Смотрите, вот, видите, и вверху у нас есть, ребят, это полный путь, вот он, как где у нас эта папка. В данном случае это компьютер, диск C, пользователи, вот, папка, вот, документы. И мы проще, я вам покажу, как это, то есть, мы видим, да, где она у нас. И вот окончательная, где находится наше видео. То есть, мы переходим, диск C. Переходим пользователь, переходим вот сюда, то есть мы переходим так, как там указано. Переходим документы, переходим вот, и переходим вот, вот она наша папка, то есть видите, здесь даже вверху указано, то есть мы ее можем уже все, у нас, я ее смонтировал, вот, мы ее открываем, она открывается у нас на ПК, ребят, то есть все, она запустилась, изначально я ее сохранял вот именно в этом эмуляторе, то есть в принципе здесь сложного нет, давайте еще раз с вами пробежимся, то есть мы создали вот именно вот то, что нам нужно, так мы сейчас закроем, создали, что нам нужно, вот, переходим вот сюда. Открываем вот папочку справа, общая папка, нажимаем перенести файл между, ну, в данном случае это общая папка Android нам не нужна, но можете в папку Android. Так, общая папка, и вот видим,
Это наш путь. То есть мы примерно вверху видим, как нам перейти. Можете открыть еще одну папку, чтобы понимать. Можете записать. То есть мы нажимаем. Но, в принципе, у нас изначально она у нас уже вот так открывается. То есть мы, в принципе, можем вынести и на рабочий стол ее перекинуть. Все самый простой вариант. Вот. Но это я объяснил тем, как зайти в эту папку. Или как нам вынести эту папку на рабочий стол, также выносим. В принципе, вот такая вот программка, да? Так, выходим. Вот она. Я столкнулся, кстати, с этой программой, как я им говорил, это не реклама. Я столкнулся совсем недавно, по крайней мере, я ее не знал, чисто случайно. Вот, здесь мы можем также скачивать игры и, как, ну, запускать их на своем ПК. Есть настройки, здесь разберетесь, как настроить разрешение, тут телефон. То есть, опять же, на ваши характеристики выставите, как вам нужно. В принципе, вот, ребят, кому я это помогло, ставим лайки, ребят, не забываем подписываться на канал. К сожалению, я не так часто выкладываю видео, но я и постараюсь исправиться, делать более часто. Поэтому, ребят, всем спасибо за то, что подписываетесь, смотрите, ставите лайки. Всем пока, с вами был Dukit, канал World of Games. Ну что ж, и до новых встреч, я с вами не прощаюсь, и надеюсь, мы скоро снова с вами увидимся. Всем пока.